выкрутил. Пока на стрим. Все, давайте еще раз попробуем. Все как есть.
Руся в черном блеске, ни сына, ни героя, предателя страны, а дальше по этапу.
очень рада, что вы снова приехали к нам в город. Но у меня такое ощущение, что я не уезжал. Приезжайте чаще, когда вам... Всегда вам рады, я думаю, когда вам надо. Приятно сегодня послушать вас, дочку. Правда, еще она слушает вас, а внутри меня. Так. Правда, другие не войти. Знаете, бывают какие концерты там. Спойте, пожалуйста, песню для моего сына Тимофея. «Счастье дачной скуки». Рано ему еще такие песни. Тимофей, Тимофей. Один, по-моему, Тимофей у нас тут сидит, скучает. Давай какую-нибудь детскую песню. Леонид Ильич. Для гитары вам предоставил местный бард. Это был я.
хочу спросить, а где лямочка? Через годы хранилась человек. Леша, я не помню, где лямочка-то. У вас есть друзья, сколько близкие или далекие, в нашем городе? Да навалом. Да вы что, у меня тут еще эти однополчане даже есть. Мы с ними служили 40 лет назад, представляете? До сих пор помню, как нас гоняли там. Да, мы матросы были, охраняли адмирала флота Советского Союза, Горшкова. Ну, гоняли, как всех. Так, мы живем на берегу Тамини. Исполните, пожалуйста, песню «Западная Сибирь». Конечно. Называется «Черемуховые холода». Все, хочу новую песню спеть. Все, как-то отвлекайте меня. Старыми. Хотя Юрий Антонов сказал, пусть новые песни пишут, у кого старые плохие. Поехать в турне по
столицам союзных республик. Я говорю, я? Она говорит, да. Я говорю, конечно, о чем вы говорите? Все отвожу, поеду. Вот она всем потом позвонила. Городницкому, Клячкину, Букину, Сергееву, Веронике Долиной. В общем, никто не отказался. Потом позвонила Куджаве. Сказала, Балаша, что тут парды собрались, может быть, вы возглавите это, эту компанию. И поразительно, но он тоже не отказался. И мы поехали. 86-й год, обалдеть, такой компании незабываемой. Где-то мы выступали прямо на стадионах в Казани, в набережных Челнах. В общем, ехали, ехали, а вечерами досидели где-нибудь у камина. Ну, потрясающе. Невероятное везение. Это только сейчас я понимаю. И на каждом концерте Булашов вынужден был слушать то, что я пою. Свои три песни. Потому что как здорово, что все мы здесь в финал, а заканчивать сезон должен патриарх. И когда я свои три песни пел, он уже стоял в кулисах. Ему деваться было некуда. Он слушал, что я пою. И после пятого концерта он не выдержал, подошел ко мне и говорит, Олег, вот у вас там песня «Родильный дом», там такая рифма «Антон и дом». Вот как хотите, но это не рифма. Говорит, ну Петров и дом еще туда-сюда. Вот, а я пошел сразу, поработал, молодой автор, помню еще в гостинице в Свердловске, переписался, и потом на следующий концерт уже это самое, Балашович стоит, я Петром, вот, и он говорит администратору, эту песню мы вдвоем написали.
конечно, у меня там тоже много друзей. И как бы и в армии, когда мы были там, были эти все Алтай. Вот, ну и, конечно же, Миша Евдокимов. Царство Небесное, в этом году ему исполнилось бы 60 лет. Были мы летом в Верхобску, и там вот эта баня, там колокол висит, и плывут пароходы, гудят. А Миша, как бывало, выйдет тоже в колокол, дзынь-дзынь. Вот, и, в общем, когда я его не стал, я написал песню, которая называется «Мужик». Песню тоже об этом времени.
судьба. Много прошло с тех пор, в дружбе когда клялись, и с Воробьевых гор молча смотрели вниз. В клятве соврать нельзя, был так закат вишнев, просто не дать не взять. Герцен и Огарев, это в юности нам все кажется. Настоящая жизнь, борьба, только позже потом все свяжется. Как решил за тебя судьба, все, чем горел в былом, не позабудется, даже когда потом. Вот, а так, если не говорить, то и про Кемерово.
же у вас есть, университет есть, ну и все.
Достали.